На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомель и Славия идут дальше. Состоялись 7 матчей 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу. Пинский исход поединка между местной волной мозырьской Славии решил единственный забитый гол. На 13-й минуте мозыряне получили право на 11-метровый. Максим Слюсар сумел переиграть голкипера хозяев. Зелено-белые также справились с представителем первой лиги национального чемпионата. Правда, Гомелю победа далась куда легче. Ворота Орши подопечные Ивана Биончика отправили 6 мячей. Забивали Павел Теслюкевич, Павел Пашевич, Дмитрий Гомза, Лазарь Сайчич, Раймонд Адоола и Артем Васьков. Оршанцы ответили голевыми ударами в исполнении Михаила Захарова и Александра Наумовича. Кстати, не всем представителям элиты удалось преодолеть 1/16 финала. Минск проиграл Могилевскому Днепру 1-2. Сморгонь уступила Арсеналу с таким же счетом. Неман лишь в серии пенальти сумел одолеть крумкачей. Витене ВРЗ продолжит борьбу за золото чемпионата Беларуси по мини-футболу. 24 июня в Орше состоится 3-й матч финальной серии до 3 побед. В первом поединке взяли верх энергетики. Вагоностроители на домашнем паркете также праздновали победу. Так что в Оршу серия возвращается при счете 1-1. 3-й матч пройдет на арене спорткомплекса «Олимпиец» начало в 19:00. В Гомеле завершились республиканские олимпийские дни молодежи и республиканские соревнования по троеборью конного спорта. В состязаниях, проходивших на базе областного ЦОРа по прикладным видам спорта, приняли участие 25 спортивных пар. Команда Гомельской области заняла первое место в общекомандном зачете. В личном первенстве олимпийских дней молодежи весь пьедестал гомельский победила Мария Муравьева. На второй позиции расположилась Анна Родионова, на третьей – Ангелина Черняк. Девушки показали лучшие результаты в командных состязаниях. В республиканских соревнованиях по троеборью золото завоевали Александра Ермак и Мария Муравьева. В состязаниях принимали участие спортсмены из Гомеля, Витебска, Минска, Минской области и Могилева. Гомельские борцы вольного стиля удачно выступили на республиканской спартакиаде школьников. Состязания проходили в Пинске. В командном зачете у юношей сборная Гомельской области завоевала первое место. Девушки также на пьедестале. В итоговом протоколе они показали 3-й результат. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».